21 ноября 2011 года, время 9:25, температура минус 0 градусов. И вот я приехал на велосипеде своей жены снова на Веверк посмотреть. Конечно, сегодня я ничего не соберу, а просто показать вам. Вот только 19 числа я собрал здесь 1200 с лишним червячков. Вот, в том числе 10 выпусков, остальные дендробены выпусков вот из этого торфа собрал. А вчера мы с женой здесь собрали, я 240 штук, и она 100. Вот 340 штук вчера мы тут собрали. Вчера было минус 2 градуса. Вот, до сих пор здесь почва замерзшая, соответственно, они и выползти из нее не могли. Додерживалась эта температура. А позавчера, 19 числа, было плюс 8, поэтому так много пособирали. Ну вот, как говорится, я здесь иду по этим, слышно, как земля мерзла под ногами, хрустит, лужи тоже сверху покрыты льдом и снегом. Ну и, соответственно, это просто, так скажем, прогулочка, чтобы вы увидели, что дендробена и выползки мигрируют до самых холодов, до самого выпадения снега вплотную. Ну и, соответственно, весной начинают мигрировать сразу же, как только где-то появляются проталинки в снегу, и земля становится мягкой, и из нее можно выползти, когда она разморозится. Ну вот, еще будут, наверное, оттепели. Хотя в прошлом году сразу, вот как снег выпал, вот так, в конце ноября, и лежал до самого апреля. Но если будут оттепели, то во время оттепели я тоже посмотрю и покажу вам, что мы имеем на данный момент. Ну вот, 200 метров прошелся, километр проехался, сейчас еще километр на старшосе, на своем, на советском, я езжу только на дачу. Вот он у меня легенький, скоростной, а на этом ногу не нужно поднимать через раму, когда залазишь. Ну, в общем-то, удобнее так по снегу ездить, чем на старшосе. Ну, всего доброго.